Завершился отборочный этап международного проекта «Минказахпин». По этому поводу состоялся брифинг в региональном центре коммуникации. По словам жюри, уровень подготовки участников оставляет желать лучшего, однако есть и те, которые удивили жюри, но их, к сожалению, гораздо меньше. К слову, участниками конкурса стали 164 талантливых певцов и кюиши в возрасте от 18 до 40 лет. 39 из них прошли в областной тур, а уже оттуда в республику будут отправляться по 3 победителя в каждом направлении. Также организаторы внесли свою лепту по части улучшения качества проекта. Есть предложение ввести специальность «Национальное традиционное искусство» в ТРГПУ, в которое будут входить и кюи, и жиры.